Мы начали наш маршрут от нижней стоянки на Атар Сатав. Первый подъем. Итак, мы едем по направлению к Сатав. Вот такие вот виды красивые. Иерусалимский гор, район Сатав. Вот верхняя стоянка в Сатав. Тут выход на Тарим, пеший маршрут, но мы туда не пойдем. Продолжаем. Следующая точка — это Инцуба. А где Илюха потерялся? Соль будет мелкая. Вот источник. Рекло виноград. Ух ты! Ух ты! Ну давай его сюда. У лимона. На, попробуй. Еще недельку. Не недельку, еще пару месяцев, я думаю. Ой, хорошо. Отрывать какая мягкая тут. Это не мой. Отлично, так и сделаем. Увы, абсолютно выжженная черная земля. В этом, конечно, есть своя прелесть. Если бы не было так жалко природы. Своя красота, я хотел сказать. Это Нахаль Халилим, здесь пещеры, очень красивые места. Сейчас мы туда пойдем. תעשייה לכיוון צפון, עוד איכשהו אפשר כי הוא בראש העין, בדרום זה לא הולך לא, שם יותר קשה שם יותר קשה, כן גם יותר מצויתים בידיים, לא? ברגליים או ברגליים? בידיים, גם וגם, גם גמישות זה גם פחות בטן אה, גמישות? גמישות אין לי גמישות איפה? כי אתה מני כבוד הכיזה לי, כבוד הכיזה, אתה נמתח לכם, כן בדיוק, שניים? יש שניים שהיו בבלט או בגימנסטיק. רק האלה שצבא לא יודע. להיות בשטח אז מחליפים M16 לקלשניקוב כי... יואו, אתה יכול להפיל את זה, יכול להפיל את זה. תוך בוץ לתוך זה. Вот такое красивое озеро. Бет Заэт. Сегодня был твой типикальный маршрут. Кусты, колючки, как положено. Синглы, да, пещеры, да. Вода.